Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Рад вам представить нашего гостя. Это протоиерей Александр Трушин. Батюшка, здравствуйте. Приветствую здравствуйте, вас. Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Храни всех Господь. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните, пишите. Будем рады ответить на ваши вопросы прямо сейчас. Поэтому, пожалуйста, пишите и звоните. Очень ждем. Не так уж и много времени у нас в прямом эфире. Батюшка, вот прошли выборы в США. Всем известен, повестка всем, в принципе, известна и так далее. Но этот информационный шум нас поглощает. Мы там смотрим, что у тех, у других, там захлебываемся там в чтении этих статей, аналитики, смотрим интервью зарубежных лидеров и так далее. И у многих даже какая-то надежда в связи с этим просыпается, что что-то изменится. А как мы можем к этому относиться с нашей точки зрения, с православной? Стоит ли смотреть по сторонам? Может быть, что-то другое нужно делать? Ну, Сережка, дорогой, уже в вашем вопросе заложен ответ. Ну, почти. Вот. Мы растолкуем, да, развернем. Да, вот. Потому что мы можем следить за выборами, мы можем видеть за рубежом каких-то политических деятелей, мы можем прекрасно понимать, что эти политические деятели на самом деле могут являться марионетками, то есть куклами, которыми руководят где-то из-за спины, и они просто являются внешними какими-то проявлениями этих руководителей. И мы, как люди церковные, а наша передача рассчитана в первую очередь на людей, которые находятся в стенах православной церкви, конечно, приятно, когда и посторонние люди смотрят наши передачи, вот, но в первую очередь это люди православные. И, конечно, мне бы хотелось бы, чтобы мы с вами придерживались старых добрых традиций и меньше сидели в каких-то политических программах, вот, а находили время открыть акафист, помолиться, особенно если нас одолевают какие-то страхи, смущения и прочие неполезные для нашего ума и для нашего сердца события, и открыли любимый канон или молитвы и нашли время обратиться к Господу или к Богородице, к Его святым за помощью, за успокоением на душе. Потому что в первую очередь хочется сказать, ну, как, например, азгрешный могу повлиять на выборы в Соединенных Штатах? Ну, может быть, только молитвой. Да. Вот. Больше никак. И слава Богу, слава Богу. Вот. Поэтому, друзья мои, давайте добросовестно делать порученное дело. Этим мы с вами спасаемся перед Богом. Меньше обсуждать политику. Мы помним с вами, что преподобный Серафим Саровский не выходил из леса даже тогда, когда к нему приезжали офицеры, будущие декабристы, и спрашивали там его совета и прочее. Он не откликался на эти события, он молился. Ничто не мешает нам с вами творить молитву в любое время дня и ночи. Вот этим мы повлияем на какие-то внешние события. Господь умилостивится по большому количеству молящегося народа, народа кающегося, и обязательно даст этому народу радость, утешение и покой на сердце. Вот это в первую очередь, я считаю, что мы можем с вами сделать, потому что от бесконечных пересудов, я думаю, только враг рода человеческого радуется, что умы людей заняты не надеждой на Бога, вот, не верой в Него, а заняты, повторяю, пустыми разговорами. Вот, честное слово, есть вещи. Давайте так, судить не выше сапога. Я могу сказать, как влияет то или иное на дальнейшее событие, только на том уровне, за что я отвечаю. Допустим, священник не вышел на божественную литургию.
литургии не будет. Значит, не будет, не успеет кто-то поисповедоваться, значит, не успеет народ причаститься. Вот тут мы точно можем с вами сказать, как это влияет. Вот. А как там будет в связи с выборами где-то там, в США или в Бразилии, в Уганде и так далее? Братцы мои, для этого есть специально учененные люди, которые занимаются этими событиями, этим занимается там внешняя разведка, этим занимаются специально поставленные политики, вот, и пусть они разбирают и предусматривают те или иные внешние политические шаги. Вот. Повторяю, наше дело с вами – уповать на Господа и прибегать к молитве. Вот, а то мы больше говорим, много знаем, много говорим. И ничего не можем сделать. И не только ничего не можем решаем. Сделать, мало верим. И мало тоже. Верим. Ну, что касается внешней миссии церкви, вот можно следить. Вот, например, есть у нас экзархат в Африке. Я вот с удовольствием слежу. Там да, храмы строятся, столько да, священников. Да, я очень рад владыка за Константин, владыку Константина Островского. Вот замечательный владыка. Я его знаю уже много лет. Еще он был иеромонахом в Коломенской семинарии. Да. Замечательный был преподаватель. И вот как раз пример человека, которого на какое бы место ни поставили, он очень добросовестно всегда относился к исполнению порученных обязанностей. Вот. Я думаю, что и сейчас, находясь в Африке и работая в совсем непростых условиях, очень непростых, вот, я думаю, что этот человек перед Богом также добросовестно исполняет свои обязанности, которые он и должен исполнять. Вот дай Бог нам с вами, так сказать, брать пример вот, не только со святых, но и с тех живых людей, которые находятся рядом с нами и на работу которых, на жизнь которых мы можем с вами посмотреть. Батюшка, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Меня Дмитрий зовут. Вот преподобный исповедник Сергий Серебрянский, он сказал такие вот прекрасные слова. Плохих людей нет, есть люди, за которых особенно нужно молиться. Как, батюшка, вот принять, проникнуть сердцем и научиться отделять вот человека, образ Божий, от его поступков. Спасибо. Спасибо за вопрос. Дмитрий, спасибо за вопрос. Но опять очень такой удачный вопрос, который сразу предполагает. Миленький мой, ну вот батюшка Серебрянский сказал, исполняйте, исполняйте. Кто вас там больше всего, так сказать, донимает? Инспектор ПДПС? Мимо которого вы каждый день ездите, или теща, или сосед по дому, вот, возьмитесь за него молиться, как вы говорите, усердно. Вот вы сейчас на самом деле своим вопросом подняли очень непростую тему. Одно дело говорить и читать или слышать, что сказали святые, вот, или даже не святые, а подвижники благочестия. И другое дело – когда нам надо самим это делать. Посмотрите, как люди меняются в лице, когда им, когда не им, нам говорят, что мы должны делать то-то, то-то и то-то. И мы сразу начинаем упираться руками и ногами. Нам некогда, мы не можем выспаться, ах, я умру от голода, мне поститься не позволяет там желудок, и так далее, и так далее, и так далее. О чем бы ни сказали, очень редко кто берется понести труд, и бывают случаи, что, батюшка, вот я вот взялся, как вы сказали, там, вот год попробовал, год продержался, но, батюшка, больше не могу, снимите с меня благословение. Я знаю такие примеры, вот, и вы знаете, но хочется сказать, что человек хоть трудился, хоть старался, а большинство подходит за благословением к священнику, ослабить тот или иной, то или иное послушание. Батюшка, не успеваю молитвенное правило исполнять. А можно мне его сократить? Батюшка, благословите сократить. Батюшка, благословите там, не могу делать земные поклоны. И так далее, и так далее. То есть идем в сторону ослабления. Братцы мои, вот дай Бог нам с вами
брать примеры, еще раз повторяю, из подвижников благочестия и внимательно прислушиваясь к их словам, чтобы мы могли сами трудиться. Я сейчас плохо представляю, ну, в первую очередь, по отношению к себе, чтобы я мог трудиться вот так, как трудились, допустим, священники несколько столетий назад. Вот читаешь о тех или иных священниках, не монахи, простые протоиереи приходские, и думаю, я бы не потянул, вот я уже не могу так. Вот, вот дай Бог нам все-таки стараться не упустить, понимаете, не упустить понимание, что мы православные. Но на чем держится православие? Ребят, ну не только же на количестве построенных храмов и блестящих маковок. Ведь оно же в ребрах должно быть. Помните, что Бог не в бревнах, а в ребрах. Вот. Вот дай Бог нам с вами сохранять православие нашими стараниями. Ну не можешь поклоны делать. Ну, можешь не ворчать, например, на окружающих. Вот. Можешь там не сплетничать. Вот в этом хотя бы давайте попробуем быть православными. Но чтобы могли про нас сказать наши внуки, наши соседи, которые в храм не ходят. О, говорит, заметно, что это православный. Он никогда ни похабных анекдотов не рассказывает, не спорит ни с кем, преклонит голову, говорит «простите» и старается от любого спора уйти. Ну, понятный, церковный. Вот, вы знаете, наверное, это самая лучшая оценка. Вот, потому что, когда люди и брешутся, и матерятся, вот, а потом выясняется, что он в храм ходит и утром причащался, а вечером, сидя за рулем, матерился на всех окружающих, ну, никакого понятия о православии даже рядом не стоит. Ну, вот, говоря о миссионерстве в нашем внутреннем. Внутри нас, в наше общество. Не надо никуда там в Африку не ехать. Абсолютно, да. А вот здесь вот мы можем молиться среди... за Владыку Константина. Не обязательно ехать к нему в Африку. Ну, вот. Внутри тут вот даже вот на работе вести себя нормально. Миссионерство, наверное, среди своих сейчас нужнее всего, и оно труднее всего. Так и называется, труднее. Внутренняя миссия. Да, и здесь вот не батюшки решают вот вопрос в основном. Это касается каждого человека, кто приходит в храм. Да, каждый христианин. Каждый христианин, он миссионер. Не все это понимают, к сожалению. Батюшка, у нас еще один есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Ага, батюшка, у меня такой к вам вопрос. Я посмотрела сейчас на вас по каналу, видео. И мне кажется, то, что вы ответите именно на тот вопрос, который меня очень давно мучает. Вопрос следующего характера. 2 года назад я потеряла внезапно мужа. То есть смерть внезапная, молодой офицер уснул и не проснулся. Сердце, сердечная недостаточность. У меня теперь такой вопрос. Как научить? Научите, батюшка, нас не бояться за своих близких, именно когда внезапная смерть. Раньше я и не задумывалась, что такое бывает. Всегда казалось, что у кого-то будет, но именно не с тобой. Как нам обезопасить наших близких от внезапной смерти в наш такой век сложный? Это автокатастрофы, это ДТП, это может быть все что угодно произойти. И прокомментируйте фразу «случайности не случайны у Господа Бога». Все у Господа Бога в свое время должно быть. Спасибо. Спасибо за вопрос. Во славу Божию, да, но тут я думаю, что любой священник, наверное, даст такие же ответы, потому что случайный вообще историю это слово имеет с лучом, исходящим от Троицы. Поэтому говорят, что случайно – это не случайно. Вот, то есть во всем есть Божий промысел. Но вы задали сразу несколько вопросов, миленькая. И как научиться не бояться внезапной смерти, и тем более смерти своих близких. Я думаю, миленькая, мы не можем с вами так смело говорить, чтобы мы не боялись абсолютно смерти своих близких. Сейчас говорим о своих близких. Вот. Потому что у живого человека это вложено буквально такой вот инстинкт защиты своих близких.
Вот. И птица крыльями накрывает своих птенцов, когда видит опасность атакующего там ястреба. Вот. И любящая мать закрывает своих детей. И это свойственно нормальному человеку. То есть бояться за своих близких. Не надо доводить это до абсурдного страха, когда матери не выпускают ребенка из квартиры, потому что, не дай бог, что с ним ничего не случилось, или ему уже там 12 лет, она его все время за руку водит в школу и следит, как он переоденется и переобуется, и поднимется в класс, и не дай бог, чтобы с ним ничего не случилось. До абсурда не надо доводить. А вера наша в Господа помогает нам, чтобы мы, во-первых, воспитывали, особенно то, что касается своих детей, воспитывали детей для самостоятельного полета. Но посмотрите, птица не носит своего птенца на спине до взрослости. Как первые моменты она помогает птенцу в полете, а потом уже птенец должен стать сам на крыло. Поэтому и люди должны с детьми поступать так же. Внезапная кончина вашего супруга, ну, я думаю, что батюшка вам уже это сказал на отпевании, и промысел Божий, и мы не можем ему противостоять, вот, и предугадывать его или менять его. Мы можем молиться за своих близких. Мне это ваше состояние понятно, потому что совсем мальцом я потерял своего отца, который погиб при выполнении боевых задач. Вот. И моя мама, также совсем еще молодая женщина, переживала кончину отца. И думаю, что как раз в этом нам всей семье помогла в тот момент помогло то, что нас просто взяли за руки и привели в церковь. Вот. И мы начали молиться, и как бы вставали на ноги, вот именно молясь. Поэтому и вам советую, вот, и предлагаю молиться, не роптать на Бога, потому что в вашем вопросе чувствуется роптание. Почему мой муж умер? Вот почему не другой умер, а мой муж умер? Солнышко мое, не надо роптать на Бога. Значит, Господь видит, что так было бы лучше. Поэтому очень вас прошу молиться Господу, чтобы душа его упокоилась, вот, а Господь вас, вашу семью укрепил в дальнейшей жизненной дороге, на дальнейшей жизненной дороге. Вот. Это очень важно, миленькая моя. И тоже на меня не обижайтесь, если вы ожидали какие-то другие слова, что я буду сейчас там гладить вас по головке или плакать вместе с вами. Вот. Нечего плакать. И следующий у нас с вами шаг – это мы уже говорим о своей смерти. Вот не поверите, мы только-только перед началом передачи с ведущим Сергеем заикнулись о том, что говорить о смерти очень трудно и очень непросто. Вот. Но человек верующий должен помнить о своем последнем часе. И когда-то, я помню, протоиерей Дмитрий Смирнов очень хорошо говорил, цитируя и святых отцов, о том, что нормальный христианин должен жить так, чтобы быть готовым к своему последнему часу, как к экзамену. Поэтому как твоя жизнь прошла, ты сможешь на этом экзамене перед Богом дать ответ? Или тебе нечего будет ответить, или тебе будет стыдно за то, как прошла твоя жизнь. Поэтому, солнце мое, будешь жить с верой в Бога, будешь строить жизнь так, чтобы тебе было не стыдно перед Господом, поверь мне, и понятие страха смерти изменится. Если изменится у тебя, у самой, вот, оно изменится и у твоих близких. Вот поэтому, друзья мои, дай Бог нам с вами уметь вот правильно строить свою жизнь. Сейчас мы с вами встречаемся со смертями молодых людей очень много. Вот, вот и ведущий наш драгоценный был на передовой неоднократно в зоне СВО. Вот, и самому мне приходится, как священнику, там бывать.
Поэтому, милые мои хорошие, давайте так, уповаем на Господа, на Его милость, вот, не ропщим на Него, и добросовестно исполняем свое дело и строим свою жизнь так, чтобы мы перед Богом ни в коем случае не, так сказать, не оказались абсолютно во всем виноватые. Вот. Поверьте мне, и еще раз повторяю, что и жизнь ваша будет строиться нормально тогда, вот, и те люди, которые рядом с вами, будут чувствовать себя крепче в полете, вот как та птица, которая выросла из маленького птенца, то крылья окрепнут ее, и рядом с вами они будут себя чувствовать, так сказать, надежно. Вот. Дай Бог нам с вами сил в этом. Угу. Да, батюшка. Почему это вспомнилось тоже, раз так завернулось у нас. У нас сейчас звонок, но коротко скажу, что я его не знал, но я знаю ребят, которые с ним служили. Позывной у него был грешник. Ну так, грешник. Угу. Звали его Александр. То есть он погиб тоже совсем недавно. Вечная ему память, ну такой... Ну, исполняя свой совершенно дух. Верно, вот. Совершенно в героическом... А то, что грешник, очень хорошо. Хороший позывной. Это позывной каждого из нас. Да. Вот буквально каждого из нас. И не надо от этого отворачиваться. За други своя. Вот. Вот там, как говорится. Вот. Другому не скажешь. У нас есть звонок. Угу. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Во времена Византии церковь находилась под влиянием имперской власти. Даже все соборы проходили под контролем императора. За 1500 лет что-нибудь изменилось у нас? Ну да, Византийская империя пала, как минимум. Ну да. Да, Сергей, спасибо. Во-первых, пала Византийская империя. И много вот, империй очень хорошо. Пало. Потом не под контролем императоров, а под руководством императора. Это первое. Второе, ну, вспоминая императора Константина, который возглавил один из соборов, мы с вами вспоминаем, что тогда была трудная ситуация у христианских священников и епископов, и они ему стали жаловаться друг на друга, что тот епископ не так себя ведет, другой себя не так ведет. На что император ответил: «Если бы я увидел грешащего священника, то я бы накрыл бы его своей мантией, чтобы другим было неповадно, и прошел бы мимо». Ребята, с таким подходом можно возглавлять соборы христианской церкви. Вот с таким мышлением. Поэтому дай Бог, чтобы и наши руководители, и те, кто находится и руководит в православной церкви, мыслили так же. Тогда нам будет легко и правильно жить, легко по-духовному, по-духовному. Вот, легко и правильно будем с вами жить. Вот и все, и не надо обижаться. А императоры всячески защищали, как могли, церковь. Вот это очень важно. И гнали церковь, и губили, и убивали епископов, и на Руси что было. В общем, надо изучать историю. Ну что ж. Много всего было за эти 1500 лет. А потом мы понимаем, что это зависит часто от человека. Не церковь виновата, а, допустим, тот человек, который в этот момент был у власти. Вот и все, делаем поправку на такие вещи. Да, и Евгению огромное спасибо за то, что он нам постоянно звонит. Да, Евгений регулярно слышать передачи. Да, и желаем успехов еще более глубоко познавать. Да, задает вопросы. Так что, Евгений, Бог тебе в помощь. Вообще хотелось бы, как правда, это уже принято в некоторых передачах, но вы знаете, хотелось бы передать поклон тем нашим зрителям, которых, вы знаете, порой встречаешь в разных городах. Вот там приходится или в паломничество поехал, или вот там летом отдохнуть поехал. И вот нахожусь в Великом Новгороде, стою в храме на богослужении. Вдруг кто-то толкает меня сбоку, и тихо мужской голос спрашивает: «Ну как там в Москве?»
Я поворачиваюсь, совершенно незнакомый мне мужчина, говорю, простите, вы меня, наверное, с кем-то перепутали. Это был Евгений? Вот. Нет, это был не Евгений, это был другой человек. Но он говорит, я регулярно смотрю вашу передачу, вот, и вижу вот вас живьем. Вот. Мне хотелось спросить, как у вас дела? Вот. Вы знаете, было очень приятно. Или вот когда находился в Калининграде, то как раз приехали посетить монастырь, и вдруг монахини выбегают и, так сказать, радостно встречают. Оказывается, тоже они зрители нашего канала, нашей передачи. Вот. И было, знаете, очень радостно встретить людей, которые впрямую уже задавали вопросы вот, на основе наших встреч, наших передач. Поэтому, матушки, если вы сейчас смотрите нашу передачу, храни вас Господь и помогай вам Господь. Они очень всестарательные там и несут свое служение, свое послушание. Храни Господи всех, храни Господи. Вот такие, батюшка, они медные трубы. У нас еще один звонок есть. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот я слышал от священника, любой грех простится человеку, а хула на Духа Святого не простится. Вот у меня такой вопрос. Как это вот, например, ну, насилие над детем простится человеку, а хула на Духа Святого не простится? Спасибо. Что это значит? Ну, во-первых, да, батюшка молодец, он процитировал вам Евангелие, слова Господа Иисуса Христа, вот, и говоря о хуле на Духа Святаго, и он говорит о том, что хула на Сына Человеческого простится, а хула на Духа Святаго не простится. А вы сравниваете с насилием над ребенком. Миники мой, но мы не можем с вами рассматривать каждое отдельное преступление среди людей. Да, пусть этим занимается суд, пусть этим занимается прокуратура. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорим о хуле на Духа Святаго, Господи, огради нас, Господи, вот, то мы говорим о людях верующих. Мы говорим о людях, которые понимают, что они несут ответственность перед Богом. И несут ответственность не только сейчас, при земной жизни, но несут ответственность и по своей земной жизни. Самое главное. И если человек хулил Бога, вот, а именно пред Богом он предстанет по своей смерти, то опять вспоминаем с вами слова из Священного Писания, что «не бойтесь убивающего тела, вот, а бойтесь того, кто по убиении тела может повлечь вашу душу в языки огненные». Вот. Итак, мы с вами в первую очередь говорим о вере в Бога и нероптании на Него. Ну а теперь, что относится к хуле на Духа Святаго. Это не только тогда, когда человек ропщет на Бога. Вот, человек, понимающий, что он предстоит перед Богом. Но, например, мы встречаем в толковании некоторых святых отцов и такие вещи, как осознанно повторяющийся грех. Ну, например, человек знает, что он грешит, вот, но все равно возвращается и возвращается вновь и вновь к этому греху. Вот считается, что это тоже хуление на Духа Святаго. То есть ты исповедовался, священник своей властью возлагает руки, читает молитву, и Божьей милостью тебя разрешает от того, что ты прегрешил на земле, дабы это не было связано и на небе. Вот. А мы... Фу, хорошо, поисповедовался, можно снова начинать. И вот так некоторые не хотят расставаться со своими грехами. Они просто из раза в раз ходят к священникам, порой предпочитают как разные. Вот вы слышали, наверное, некоторых прихожан, священники называют, ну, говорит, это перекати поле. Он сегодня у тебя исповедуется, завтра пойдет в другой храм, потом в пятый, в десятый, вот, потом опять вернется к тебе и так до бесконечности. Почему? Потому что человек
не хочет расставаться со своим грехом, а понимает, что он священнику, если в одном и том же будет исповедоваться, в конце концов священник с него спросит: «Миленький мой, ну сколько ж можно-то, ну старайся меняться». Вот. А человеку не хочется меняться. Вот. Это тоже хула на Духа Святаго. Поэтому, люди, ходящие в храм, будьте осторожны, что хулить Духа Святаго может не только атеист или человек, далекий от церкви, но, оказывается, и человек, находящийся в церковных стенах. Вот, поэтому будем с вами внимательны. Ну, а человеческие преступления давайте возложим на Господа. Дело священника – если человек совершал преступление и принес покаяние, а мы с вами знаем, что есть у священников и тюремное служение, где исповедуются и каются люди, совершившие тягчайшие преступления, тягчайшие, но принесли покаяние. И уже задача священника – молиться и ходатайствовать, чтобы Господь был милостив, когда будет судить эту душу. Поэтому давайте на себя не будем брать роль судьи небесного. Пусть это Господь рассудит. Вопрос такой нам прислали. Как молиться за дома? Какую молитву читать за умерших близких? Сегодня затронули эту тему. Как дома молиться за умерших? Ну, у нас с вами, во-первых, есть молитва о покаянии в нашем правиле, в молитвенном, в келейном правиле. У нас с вами есть заупокойный канон. Да, сейчас даже, я знаю, есть панихида для мирян. Поэтому можно выбрать любые пути. И даже если ты ничего не знаешь и не имеешь возможности читать, но просто повторять: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего». Вот. Я знаю, что издревле отцы учили, особенно если человек умер, ну, скончался, будем говорить, такой, ну, необычной, не церковной, так сказать, смертью, так сказать, умер, вот, то раздается милостыня прежде всего. Пожалуйста, в виде ли денег, в виде ли продуктов вы можете раздавать и просить, чтобы помолились о покаянии того или иного усопшего. Ваша милостыня может выражаться в виде трудов ваших. Пожалуйста, навестите какого-нибудь немощного, больного человека, старушку или там человека больного, помойте ему полы и скажите: вот делаю это дело вот, за упокой души, и называйте того усопшего, за которого вы делаете. Ничто нам не мешает с вами делать добрые дела в память о наших усопших, и Господь примет это как молитву. Поэтому, когда люди говорят: вот я никаких молитв не знаю, ну, пожалуйста, молись ногами, молись руками, вот. То есть делай добрые дела, и Господь будет принимать это как молитву, пожалуйста, в домашних условиях за любого усопшего. Даже эти наши несчастные, которые там покончили жизнь самоубийством по недоразумению своему, вполне можно молиться вот таким образом. Да, есть же вроде как специальное правило вот о самоубийцах, молиться об этом. Ну, зачастую большинство людей никаких правил таких не знает и стараются, ищут пути. У нас беда, мы начинаем мучиться клиповым мышлением не только подростки, как на них ропщат, а и взрослые люди, вот, особенно которые сидят в телефонах, независимо от своего возраста, они замечают, как через некоторое время они не держат долго мысль. Вот иногда это заметно еще на беседах, что, понимаешь, вот прошло несколько минут, и все, у человека забегали глаза, он не может больше удержать вот одну мысль. Ну, все это понятно, этот человек привык к телефонному мышлению. Значит, он выбирает кратенькую молитвочку вот в несколько слов, вот это ему понятно. Вот несколько слов он сказал, проскочило, все, вот это легко и просто. Вот. Поэтому, ну, мы же не говорим, что мы знаем, что там в памяти об усопших, например, люди берутся кормить там в течение, предположим, 40 дней, вот, каких-нибудь там... ну, вот я знаю, в прямом смысле знаю случай, когда у супружеской пары умер сын-студент, и они 40 дней в память о своем сыне ходили и кормили студентов, его однокурсников, его друзей, кормили обедами.
Вот, они вложили туда, ну, не знаю, много средств. Вот, но они кормили обедами в память о своем сыне. И вот вы знаете, очень многие ребята, студенты, которым было не по карману хорошо пообедать, вот, они искренне благодарны и молились за упокоение их сына. Я думаю, это была очень хорошая молитва, очень доброе дело такое. Деятельная любовь, скажем так. Батюшка, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. С радостью принимаем. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, батюшка и ведущий. Я прошу прощения, мне очень нужен совет мой в сложившейся житейской ситуации. Дело в том, что у меня сын познакомился с женщиной, у нее уже ребенку 5 лет, муж у нее умер. И вот он собирается с ней вступить в отношения. Но вопрос в чем? К моему великому сожалению, мой духовник 3 года как уже ушел в мир иной, и мне посоветоваться не с кем. Один священник сказал, ни в коем случае, другой сказал, хорошо. Вот в чем вопрос. Мальчик некрещенный, может ли мой сын быть у него крестным отцом? Ну, тут какая-то чехарда немножко, если я правильно понял. Значит, ваш сын познакомился с женщиной, да. И вот эта фраза «вступить в отношения». Предположим, что в брак. Мы все друг друга в каких-то отношениях находимся, простите меня. Да, в современном языке у молодежи это начать сожительствовать, блудное сожительство отношения. Если он собирается с ней блудить, вот, то почему мы с вами должны нести ответственность за то, будет он там крестить или не будет? То есть мы грех не поощряем. Если он хочет вступить с ней в брак, в нормальный брак, вот, то возражений нету, Бог в помощь. Но вступая в брак с матерью ребенка, он становится как бы автоматически отцом, отчимом. А отчим не может быть крестный. Ну, собственно, и зачем крестным становиться? Ты и так с этим ребенком будешь вместе? Да, ты так и будешь молиться? Вот очень хорошо, Сергей дополняет. То есть, да, спасибо. Какой Сергей. Смысл тогда да. вообще в этом? Вот. Поэтому либо он крестный, но ни в какие супружеские отношения не вступает с его матерью, вот. Либо, если они собираются расписаться, дай бог, чтобы все это было полноценно и правильно, вот, то пусть подыщут крестного и обратятся к кому-то, к верующим людям, ходящим в храм, которые будут молиться за их мальчика, потому что судьба у мальчика будет уже непростая, он не младенец, имеется в виду не по возрасту, а такой ничего не понимающий. Он понимает и понимает, что у него появляется новый папа, вот, и на самом деле для психики ребенка это непросто. Вот. Кстати, честно говоря, непросто на самом деле и для его мамы изменение вот таких вот отношений. Вот. Поэтому пусть для этого мальчика выберут крестного, повторяю, из верующих друзей, знакомых, вот, и спокойно покрестят. Сам, повторяю, сам ваш сын, если он собирается вступить в брак с этой женщиной, крестным быть не должен. Не должен. Да. Вопрос такой. Грех ли покупать лотерейные билеты? А пусть подкинут монетку. Если выпадет решка, то купят. Если выпадет орел, то пусть не покупают. Если в воздухе зависит. Да, вот если только в воздухе зависит, да, тогда... Не, ну вообще в целом для многих это азарт и так далее. В этом, есть ли в этом что-то греховное? Ну, ставки на спорт, понятно, грех. Мы это обсуждали как-то. Ну, вообще азарт – это грех. Вообще азарт – это грех. У нас с вами Иоанн Златоуст обвинял людей, которые ходят на скачки и ставят во время бегов на лошадей. Вот. Так что азарт – это грех.
Поэтому лотерейный билет. Ну, а в чем необходимость? Все время надеяться, что ты выиграешь, наконец, квартиру. Ну, вы же видите, сколько звонков сыпется неизвестных. И все время предлагают квартиры. Особенно, обратите внимание, в начале поста. Ну, вот прям вот все время вы выиграли, или вам там займ какой-то предлагается, и так далее, и так далее. Вот. А нет необходимости. Пусть человек сам... Вы знаете, иногда хочется сказать... Слушайте, а пусть человек сам несет ответственность перед Богом. Вот раз он задал этот вопрос, значит, совесть неспокойна. Раз неспокойна, ну, значит, точно ты что-то неправильно делаешь. Когда ты все правильно делаешь, у тебя на душе спокойно и радостно. Вот. Раз задергался, раз начинаешь задавать вопрос, вот, значит, на душе неспокойно. Значит, не от Бога, не от Бога. Мы с мужем хотим повенчаться, но каждый из нас был венчан в предыдущем браке. Вот как быть в этой ситуации? Угу. Ну, если возможно решить территориально, территориально имеется в виду, что сейчас принято, человек, который хочет вступить в новый брак, приезжает в приемную архиерея, регионального архиерея, вот, и пишет прошение, вот, о благословении на новый брак, предоставляя копию, или, ну, конечно, копия нужна, копия о разводе, так сказать, с предыдущим супругом. Вот, и сказав, что уже вступает в брак или вступил в новый брак и просит благословения на новый брак. Новое совершение чина венчания, вот, как второбрачных. Вот. Это принято. Бывают случаи, что человек не может выехать на ту территорию, где он когда-то венчался. Но я думаю, что это все решается у архиерея в том районе, в храм, у которого они посещают. Вот. Они могут у любого священника спросить, где приемная правящего архиерея, прийти туда и написать это прошение. Это во власти архиерея решить этот вопрос, вот, то есть снять предыдущий, будем говорить, брак и благословить на новый церковный брак. Это общепринятое. Батюшка, время нашей программы неумолимо подходит к концу. Давайте подведем итог сегодняшней нашей встречи. Прошу вас обратиться к телезрителям и будем прощаться. Ой, друзья мои, знаете что? Помолитесь за меня грешного. Помолитесь в том, чтобы мы вместе могли с вами трудиться Богу. Вот давайте в это слово вложим все то, о чем мы сегодня говорили. В молитве ли трудиться, в добрых делах трудиться, в любви друг к другу трудиться. Вот. Я прошу молитв, потому что абсолютно в этом слаб. Вот. И думаю, что каждый из вас тоже нуждается в молитвах священников, чтобы они молились вот об этих добрых делах. Должно быть взаимно. Только так. Да. Только так. Батюшки за нас молятся, а мы за батюшек. Спаси Господи, что не оставляете. Будем стараться. Да. Спаси Господи, батюшка, что нашли сегодня время быть вместе с нами. Огромное спасибо за такое... За беседу наших телезрителей, которые сегодня звонили. Очень приятно, что было очень много звонков. Огромное вам еще раз спасибо. В гостях у нас был протоиерей Александр Трушин. На этом мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.